Несколько лет назад мы с доктором Хибером опубликовали книгу «Какого цвета ваша диета?». В ней мы разделили фрукты и овощи на 7 групп по цветам и призывали наших читателей съедать по одной порции каждого цвета ежедневно. И хотя кажется, что это слишком много для одного дня, на самом деле все не так. Энергетическая ценность этих 7 порций не превысит 500 калорий, да и размер порции не такой большой, как может показаться. Давайте посмотрим, как это можно осуществить. На завтрак добавьте несколько фруктов в белковый коктейль Herbalife Формула-1 или в йогурт. Вот вам и первая порция. Мы включили ягоды из красно-фиолетовой группы вместе со сливами и гранатом. Если на обед у вас большая тарелка зеленого салата с помидорами, то считайте, что еще 2 порции цветных овощей получено. Салат латук входит в желто-зеленую группу, как и вся зелень, а помидоры — в красную группу вместе с грейпфрутами и арбузами. Еще 2 порции можно включить в ужин, если добавить к вашему блюду приготовленные на пару брокколи и спаржу. Брокколи — это часть зеленой группы, включающей все виды капусты, а спаржа — часть бело-зеленой группы вместе с луком и артишоками. Вот вам и осталось добавить всего 2 порции. В оранжевую группу входят абрикосы, манго, дыня, тыква и морковь. Устройте морковный перекус в течение дня, и вы включите и этот цвет. И, наконец, свежий апельсин из желто-оранжевой группы, который объединяет все цитрусовые, ананасы, персики и папайю, будет отличным десертом после обеда или ужина.